Спасибо, что присоединились к первому вебинару в этом году. Надеюсь, что вы будете участвовать в будущем. Вы участвовали раньше. Мы рассказывали много чего интересного и продолжим это делать в этом году. Сейчас будем проводить примерно по три вебинара в месяц, соответственно, будет много чего интересного. Сегодня такая, да, провокационная немножко тема с той точки зрения, что она немножко необычная, потому что мы постараемся рассмотреть одну такую небольшую программу и понять вообще, зачем она была сделана, как она работает и что с помощью нее можно сделать, и зачем она вообще нужна. Потому что, с одной стороны, кажется, что какая-то, может быть, и бессмысленная вещь, но есть какие-то другие инструменты, возможно, вы, кстати, можете подсказать, но, тем не менее, эта программа была создана специально для вот таких целей. И да, название звучит как, собственно, программа Martus для безопасного хранения важной информации. Я это так как бы немножко расширил, но и она, естественно, как увидели, скорее всего, в анонсах, предназначена для того, чтобы работать с чувствительной информацией для правозащитников. Окей, двигаемся дальше. Те, кто меня не знает, меня зовут Алексей Ниц, и я являюсь ивент-редактором теплицы социальных технологий, в том числе я веду вебинары, такие как этот. Вы можете со мной связаться двумя способами. В первую очередь, естественно, по электронной почте, которая здесь написана, и в том числе по Фейсбуку. Можете мне писать свободно, нам предлагать какие-то варианты вебинаров, темы обсуждать, задавать вопросы. С радостью на них на всех отвечу. Пару слов о теплице, чтобы был понятный контекст. Возможно, там кто-то не слышал. Мы являемся образовательным проектом, и у нас есть, собственно, две целевые аудитории, скорее всего, на самом деле одна, просто мы как бы связываем два полушария. С одной стороны, это некоммерческие организации и инициативы, и какие-то проекты, которые решают общественно важные задачи. С другой стороны, это IT-специалисты, которые владеют хорошо навыками программирования, разработки и так далее, но совершенно иногда не знают о том, что можно свои навыки использовать для чего-то полезного. И вот мы разными способами сталкиваем их друг с другом, рассказываем. И естественно, что вот наша целевая аудитория – это некоммерческие проекты, и мы показываем им, как использовать какие-то онлайн-технологии, интернет и много чего другого, то, что сейчас существует, для того, чтобы они делали свою работу более эффективно. И в том числе вот эти вебинары, они как раз предназначены именно для этого. И сегодня мы пытаемся разобраться в том, что это такое за программа Martus, зачем она нужна, и вообще, стоит ли вообще ее использовать. И потом в конце сделаем какой-то вывод, наверное, из этого. Наш сайт te-st.ru, и в социальных сетях мы везде, теплица ST, нас очень легко найти. Да, и о чем мы же сегодня поговорим? Мы поговорим сегодня о программе Martus. Не очень я люблю словосочетание программное обеспечение, да, потому что это как-то звучит немножко странно, но, в общем, хочу сказать, что это не только десктоп-версия, но еще и есть мобильное приложение для Android. Соответственно, вы можете использовать его на мобильных устройствах. И есть версия как для Windows, как для macOS, так и для Linux. Соответственно, для всех операционных систем. Сайт этой программы выглядит вот так. Адрес у нее martus.org. То есть, когда вы скачаете эту презентацию, вы можете потом нажать на ссылку и перейти свободно. И если вы тут видите, тут сайт сделан достаточно просто, но есть один плюс. Сверху справа, видите, есть выбрать язык, вы можете быстренько перевести на свой язык, потому что эта программа предназначена для разных людей из разных стран, которые говорят на разных языках, и чтобы просто не делать разные версии сайтов, они просто включили сюда Google переводчик, который достаточно понятно, ну, не подробно, но понятно переводит то, что имеется в виду. Прошу прощения. И, собственно, что это за программа такая, для чего она нужна? Martus помогает правозащитникам эффективно использовать и хранить защищать информацию. Это тот текст, который заявлен у них на сайте. У них есть русскоязычный help, то есть потом покажу, как это выглядит. Вот. И другими словами, давайте подумаем, что это такое. Сначала пару слов скажу о том, что эту программу и программное обеспечение как бы поддерживает некоммерческая организация Benetech, которая находится в США. То есть это американская некоммерческая организация. И, соответственно, как бы они находятся в Калифорнии из Пало-Альто.
И пара слов об этой организации. В принципе, вы можете зайти на сайт этой программы и посмотреть, перейти по ссылке, но вкратце, чтобы было понятно, что это такое. То есть эта организация, она развивает новые технологические средства и вот направлена именно на решение вопроса социальной справедливости и защиты как бы прав человека. И здесь просто указаны основные проекты этой организации. В первую очередь это Bookstore, это программа для людей, для слабовидящих. По сути, это некая цифровая библиотека, инструмент, для которого, с помощью которого можно людям с ограничением по зрению, например, читать. Также есть проект Миради, который является неким средством управления проектом сохранения окружающей среды. И вот последний проект, но не самый худший, это Martus. Это свободное программное обеспечение на основе открытого кода, которое предназначено для документирования и в том числе для документооборота. Все это такие слова, которые звучат вот для меня из начала там, 2000-х, возможно, из 90-х, но всему есть свое объяснение, и вот дальше я просто расскажу, почему это так. И вот когда вы видели, наверное, собственно, анонс, да, вы, наверное, могли спросить или задать себе вопрос, собственно, почему именно для правозащитников, почему эту программу нельзя использовать для чего-то другого, если, в принципе, это нечто, что позволяет там шифровать, хранить, собирать информацию, то есть это может быть предназначено, в принципе, для достаточно широкого круга людей, для разных совершенно направлений. Но будем отталкиваться от того, что, во-первых, Benetech – это некоммерческая организация, которая, собственно, работает, в том числе и по направлениям решения вопросов прав человека. Поэтому, основываясь на разных кризисах, которые были, например, в Гватемале, да, они в какое-то время, достаточно давно, в начале 2000-х, сделали такой обзор и спросили вот правозащитников, собственно, что необходимо вам, какой вам необходим инструмент для того, чтобы делать вашу работу, и чтобы, то есть, что вам нужно. Вот. И, собственно, вот здесь приведены такие ответы, которые как бы отвечают на этот вопрос. Да? Для правозащитников важно, чтобы некая программа, инструмент, он был простой в использовании, чтобы он был доступный по цене, желательно, конечно, бесплатный, чтобы можно было очень просто делать какие-то настройки под себя, и который бы позволял, например, обмениваться информацией, данными и так далее. И, конечно же, чтобы это было еще зашифровано, чтобы это было безопасно, чтобы это были какие-то серверы для резервного хранения, чтобы можно было искать данные и так далее, чтобы в том числе можно было предоставлять данные через интернет. То есть, по сути говоря, речь идет о том, чтобы сделать некую такую программу, которая, наверное, представляет собой некую базу данных, может быть, там, кто работал, там, Microsoft Access, скорее всего, наверное, такой самый простой пример, куда вы вбиваете некие данные, да, но как бы отличие в том, что для правозащитников самая важная штука, чтобы это было защищено, зашифровано, чтобы третьи лица туда не попали, и чтобы, если происходят какие-то облавы или какие-то ситуации, которые могут уничтожить, например, данные на вашем компьютере, да, чтобы это где-то хранилось на защищенных серверах, и чтобы потом эти данные можно было восстановить легко и просто. Я хочу сделать обязательно акцент на том, что это, во-первых, идея программы возникла достаточно давно, в начале 2000-х, и что она предназначена была в том числе для людей, вот как в Гватемале и вообще в различных странах, где достаточно низкий уровень жизни, да, и, соответственно, уровень компьютеров низкий, поэтому было сделано все достаточно просто. Забегая вперед, хочу сказать, что, например, версии для Windows и для macOS, они очень сильно различаются. Так как у меня нет Windows, соответственно, я не могу вам его показать, но я могу показать, как выглядит версия для macOS. Продолжаем. Во-первых, когда я рылся на сайте, чтобы было более понятно, и чтобы вы потом этого не делали, я тут подобрал несколько ссылок, чтобы вы сразу могли на них перейти и разобраться более подробно, если вам станет интересно. Во-первых, есть общая информация о Martus'е. Она представлена в виде такой вот презентации в PDF-файле, где просто кратко написано, собственно, что это такое, зачем это нужно. И потом, когда уже перейду к демонстрации экрана, я вам его открою, просто полистаю, посмотрю, точнее, покажу, как это было. То есть такая некая история, в том числе и показано, там, зачем это было сделано и так далее. Это на русском языке, и, в принципе, можно быстро понять как бы смысл. Кратко про возможности Martus. Я уже некоторые перечислил, основные такие. Значит, во-первых, это некая система, некая база данных, некая, там, не знаю, некий
сервис для документооборота, для документохранения, который позволяет шифровать, искать и анализировать данные и сохранять их в защищенной серверной сети. Что это значит? Что вы можете загружать туда данные вручную или не только вручную, вы можете искать по этой базе данных, да, то есть представьте себе, что это там фамилия людей, какие-то описания и так далее, или просто таблицы с определенными там ячейками, по которым можно искать. То же самое, как в Excel, например. И все это можно потом синхронизировать с защищенной серверной сетью, к которой доступа никто не имеет, кроме как вас и ваших людей, с кем вы вместе работаете. И поэтому, собственно, вообще попасть туда и, там, например, каким-то образом получить доступ к той информации практически невозможно. Нужно сказать, что эта программа, она доступна на 12 языках. Перевод есть достаточно такой нормальный. Я, когда устанавливал себе эту программу на компьютер, естественно, получилось не очень хорошо. Почему? Потому что последняя версия, например, этой программы для macOS не поддерживает русский язык. Там некоторые поля не переведены. Но, в принципе, тут там все понятно, никакой сложности там не возникает. И вот они заявляют, что эту программу используют в более чем 100 странах мира. И естественно, что в основном это какие-то правозащитные организации, некоммерческие организации, которые вот как бы нуждаются вот в таком инструменте. Значит, про шифрование нужно сказать, что они не изобретали велосипед, они используют все то, что как бы сейчас популярно. В первую очередь, это SSL-соединение, то есть если вы обращали внимание, вот в адресной строке браузеров есть первые такие буковки HTTP или HTTPS. Сейчас, например, если вы используете Google Chrome, то, во-первых, он помечает зеленым цветом, если это защищенное соединение HTTPS. И если вы нажмете, например, на это соединение, вы можете посмотреть много чего интересного и о сертификате, который там есть. То есть, ну, это вот действительно, то есть это подтверждение тому, что этому сайту можно доверять. Сейчас Google начинает помечать сайты HTTP, которые более устаревшие, как нежелательные для посещения. Поэтому, возможно, вы сталкивались с таким, когда вы хотите перейти на сайт, а у вас возникает некое окошко, и вам пишут, что это как бы опасно, не стоит этого делать. Хотя, например, сайт может быть также какой-то там некоммерческой организации. Поэтому всем советуем уже давно переходить на сертификаты SSL, если вы этого еще не сделали. Кстати, пока можете написать в комментариях, если у вас вы работаете в организации, как у вас обстоят дела с сертификатами? У всех ли сайты на SSL? Если нет, то по какой причине? Двигаемся дальше. И второй вопрос про конкретное шифрование. Это end-to-end шифрование. И тут используются технологии подобные, или как они говорят, подобные. Я не знаю, на самом деле, они используют это или нет. PGP. Мы об этом много говорили. То есть это шифрование, которое использует связку ключей. По сути, это ключи — такие два кода. Есть открытый и закрытый. И вы можете обменяться открытыми кодами с теми людьми, с кем вы хотите обмениваться такой чувствительной информацией, чтобы она была защищенной, да, вы вносите открытый код в базу, в программу, и таким образом программа понимает, что вот этому адресату можно доверять. И, соответственно, чтобы расшифровать, вы используете второй код, и, то есть, и изначально, например, если вы используете PGP-шифрование для вашей электронной почты, то прям сторонний человек, он может видеть просто набор символов, ничего не понятно совершенно. Но когда вы открываете, например, ваше там письмо или какой-то документ у вас в программе, вы расшифровываете, у вас видно все, как бы, все нормально. Мы теплицы очень сильно рекомендуем, настойчиво рекомендуем вам использовать шифрование, когда вы хотите переслать какую-то важную информацию, включающую следующие, например, моменты. Это может быть и паспортные данные, и личные данные человека, это какие-то пароли от каких-то сайтов. Это все то, что может привести к тому, что если кто-то завладеет этой информацией, то вы можете там получить какой-то вред как в частном порядке, так и для работы. Поэтому все, что касается пересылки информации вот такой чувствительной, важной, обязательно стоит использовать в том числе PGP-шифрование, например, для электронной почты. В конце вебинара там будет ссылка на плейлист наших видеоуроков. Вы можете найти там видеоурок о том, как это сделать. Это бесплатно, и поверьте мне, что там те 15 минут, которые вы потратите на настройку, в будущем они окупятся, и вы можете избежать много чего там такого серьезного в плане доступа там нежелательных лиц. Очень рекомендую.
Следующий момент из возможностей Martus — это, естественно, бэкапы на защищенных сервисах, серверах, простите. То есть это когда, например, вы... это как Dropbox или Google Drive, да, например, вы имеете файл на вашем компьютере, и вы синхронизируете с облаком, да, например, с Dropbox, и у вас, условно говоря, копия этого файла сохраняется где-то на каком-то сервере. Здесь то же самое, только суть в том, что этот сервер защищенный, да, к нему доступ просто так не получить. И вот интересная мысль, да, что, в принципе, такой сервис, как Martus или подобное, они делают интересную вещь. Они помогают вам сконцентрироваться на работе с данными, а не думать об их защите. С одной стороны, это звучит как-то банально и слишком громко, но с другой стороны, это правда, потому что когда вы каждый раз боитесь, что у вас ваша информация куда-то утечет, вы можете там некомфортно себя ощущать именно в плане работы с этой информацией, можете делать ее намного дольше и так далее. Здесь же вот они показывают, и, что как бы это делается именно таким образом. И последнее, что является неким... даже, не знаю, минусом, с одной стороны, с другим плюсом. Если вы будете, если вы забудете пароль или потеряете ключ безопасности, вы не сможете восстановить ваши данные. Это интересная такая штука, что вот представьте, да, вы сделали много чего полезного, синхронизировали с сервером, удалили у себя на компьютере, никому не пересылали, все это остается там, и вы вдруг по какой-то причине забываете или там потеряли пароли. Потом я покажу вам принтскрин или вообще в программе, как это выглядит. Там всего-навсего на самом деле есть ключ токена, там 6 цифр и большой ключ, он закрытый. То есть можно потерять всю информацию, поэтому обязательно нужно делать бэкапы ключей, там это, кстати, предусмотрено, это очень важно. Объем облака для бэкап Мартуса. Вот, кстати, в документации я рылся, там, по-моему, не стоит такое число, но речь шла о том, что гигабайт как минимум есть. И там есть такая возможность, еще раз, если сравнить это, например, с XS или с Excel, да, то, по сути, вы заполняете ячейки, и вы можете в том числе прикрепить какие-то файлы. И там есть возможность прикреплять файлы видео. Но там не рекомендуется прикреплять большой объем, потому что, во-первых, это снижает скорость, во-вторых, это действительно ограничивает просто ваш объем. Я, к сожалению, не наткнулся на какой-то прям конкретный объем, который ограничивает. Вопрос хороший. Если кто-то знает, кстати, можете ответить. Прошу прощения. Так, двигаемся дальше. То есть обязательно сделать бэкап вашего ключа, это вот прям очень важно. Ну, в принципе, если вы используете зашифрованную почту, вы, наверное, с этим знакомы, тоже там позволяет сохранить это в файле. Картинку вот в эту видели, скорее всего, когда видели анонс. В общем, это такая краткая инфографика, даже не инфографика, а просто схема, как это работает. Значит, все очень просто. Во-первых, все данные, которые вы можете собирать, вы можете использовать с мобильного устройства, да, а потом автоматически как бы это шифруется и отправляется на защищенный сервер. Вот это облако — это как бы защищенный сервер. Значит, из этого защищенного сервера вы можете брать информацию, да, рассекречивая, то есть ее открывая для себя, в том числе, да, и, как видите, вот внизу есть там XML, charts, images, то есть вы можете с ней, с этой информацией работать. Вы можете, во-первых, делать какие-то отчеты. То есть это, по сути, очень похоже на работу с таблицами Google, ой, ну, или Excel, да, то есть просто я с Excel не работаю. И там есть возможность, например, строить графики на основе данных ваших таблиц. Это тоже очень интересно. То есть, например, вы можете не хранить у себя на компьютере эти данные, они будут храниться на сервере, да, защищенном, и вы просто можете там синхронизироваться, даже не скачивая информацию, просто делать какие-то вещи или там графики и так далее, это тоже очень полезно, наверное. Ну и, собственно, как это работает, да, то есть вы можете открыть это только с помощью своего ключа, с помощью вашего устройства. Если вы подключаете какое-то второе устройство, вы делаете еще один ключ. Если вы, там есть такая возможность, пересылка информации, собственно, людям, которые также используют эту программу Martus. Соответственно, что нужно сделать, это просто обменяться открытыми ключами и таким образом добавить их в базу. И таким образом вы сможете обмениваться информацией, пересылать. Наверное, это образно, можно сказать, похоже как-то на в каком-то виде электронную почту.
Про мобильное устройство, про мобильную версию сегодня, к сожалению, говорить не буду, потому что там вообще она для Android, и что-то тоже немножко сложно было разобраться просто, потому что Android у меня не было. Значит, следующий слайд показывает вот что. Как это выглядит для тех людей, кто не владеет программой Martus, если он каким-то образом получил доступ к файлу, например, базы, по какой-то причине, если она сохранилась на компьютере, то это просто будет набор символов. Это, опять же, очень-очень сильно, как я говорю, похоже на PGP-шифрование. А вот это интерфейс слева. Windows, да, и честно я вам скажу, что эта программа, она, такое ощущение, что эта программа сделана на Windows 90, какой там, Windows 98. Да, скорее Windows 98 или XP. А почему это так сделано? Да, изначально я говорил, что это для стран, например, с, там, даже не знаю, третьего мира, наверное, можно назвать. Поэтому по таким причинам. И вот, честно, мое мнение, дизайн этого приложения очень сильно страдает. Прям вот очень сильно. Ну, если это сравнивается, вот Андрей спрашивает, если сравнивать, какой тип шифрования используется, если сравнивать с PGP, то это 256. Проверить я даже не знаю, как. Ну, то есть, в смысле, проверить реально, как это сделать. То есть, то, что они заявляют, так это и нет. Ну, то есть, 256-разрядные ключи. Да, и очень классная штука, которую я увидел это в файле help, почему-то где-то не было ее вот в основном, на основном сайте. Значит, кто, вопрос к чату, кто вообще знает, что такое браузер Tor? И если кто знает, то пользуется ли браузером Tor или нет? А я пока расскажу. Значит, во-первых, это очень классная возможность для усиления безопасности. Почему? Потому что, когда мы пользуемся обычным браузером, например, Google Chrome или чем-то еще, то, в принципе, все наши действия можно отследить да, на стороне как бы, провайдера, на стороне сервера, Google Drive, если вы там Gmail используете. То есть очень много, когда вы уязвимы. Что не очень хорошо, если вы как-то хотите переслать какую-то уязвимую информацию или просто с ней работаете. Tor, он позволяет вам, собственно, использовать некую сеть, вот как она тут нарисована, компьютеров, да, которая, по сути, каким-то образом путает просто ваше местоположение в том числе, да, и сложно определить, где вы на самом деле находитесь, как минимум. То есть для этого существуют еще различные VPN-серверы, сервисы и серверы в том числе, да. То есть вы, например, не можете получить доступ к какому-то сайту у нас в России, вы можете через VPN к этому сайту доступ получить, потому что просто вы меняете как бы свое виртуальное местоположение, в кавычках, если так назвать. Вот, поэтому Martus и Tor – это вот хорошее такое взаимодействие, что позволяет вам еще более обезопасить вас, потому что когда вы, собственно, используете защищенную вот эту программу, да, например, она же как работает, как я уже сказал, подобная, например, там, Google Drive или Dropbox, то есть вы загружаете файлы так или иначе, да, на сервер. То есть, по сути, на стадии, когда вы загружаете эти файлы, уже можно его перехватить. Вот это тоже можно тут избежать с помощью использования Tor в каком-то виде. Так... Да, Алексей сказал, что так я и сказал. Что так и сказал? Окей. Двигаемся дальше. И просто в двух словах еще, в принципе, значит, кто вообще использует в мире Martus? Вот они, собственно, на сайте перечисляют такие группы, что это, естественно, это активисты, это представители некоммерческих организаций, это журналисты, которые проводят всякие журналистские расследования и вот используют информацию, которую стоит как-то защищать. Это некие исследователи разного вида. Тут тоже можно прям просто оставить это именно в таком значении. Ну, естественно, что вот такая более узкая аудитория – это специалисты по защите прав человека. Я специально тоже назвал это специалисты, потому что, ну, тут можно многое, наверное, как бы должностей перечислить, вот. В общем, поэтому хочу сказать, что Martus можно использовать для разных целей совершенно. Вот, потому что теперь мы понимаем, что Martus – это некая база данных, которая позволяет вам шифровать информацию, которая находится у вас на компьютере, в том числе синхронизировать с зашифрованными серверами.
и обмениваться ей с такими же людьми, как вы, которые используют эту программу с помощью открытых ключей, когда вы вносите этого человека как адресата к себе в базу. Где физически находится сервер Martus? Хороший вопрос. Мне кажется, они специально не скажут, конечно же, потому что если все будут знать, где находится сервер Martus, они его просто взломают. Ну, или как минимум физически захотят выследить, потому что, ну, то есть эта информация не разглашается. Компания сама находится в Соединенных Штатах, да, в Калифорнии, но, конечно же, никто не скажет, где находится сервер. Ну, если вы что-то знаете про эту информацию, можете сказать, кстати. На сайте, значит, есть еще такая страница, где можно скачать версии различные, как я уже сказал, есть для Windows, для macOS, для Linux и для Android. И вот внизу, если так мелко вы увидите, там разные версии есть. К сожалению, для macOS вот версия самая маленькая — это 4.5. Вот, в принципе, для 4.5 там говорят, что перевод русский достаточно хороший. Ну, вы можете установить последнюю версию. Вот. Вот ссылочка здесь. И еще пару слов хочу сказать об исходном коде. Значит, так как эта программа, она является с открытым исходным кодом, что это значит, что любой программист может этот исходный код скачать к себе и с помощью него сделать на основе этого чего-то свое, да. То есть, во-первых, может адаптировать эту программу под себя, под какие-то свои нужды, да, может на основе этого сделать другую программу. В общем, здесь единственное, что сделано следующим образом. Если вы видите, правда, немножко мелко, но вы можете увеличить картинку. Тут есть две версии для Martus Desktop и Martus Server коды и Martus Mobile для мобильных устройств. И дальше есть такой текстик внизу, где вот написано «Export-Import of Cryptography». Вот я очень советую вам потом почитать этот текст, потому что там говорится, что в переводе на русский язык, что вот использование, например, программ шифрования в некоторых странах в мире может быть запрещено. Как вы понимаете, вы понимаете, да, на что я намекаю, вот, и тут написано, что вообще это как бы программа, созданная в Соединенных Штатах, она имеет некие там ограничения по законодательству Соединенных Штатов и использует некое, то есть вы должны помнить, что в будущем, если вы будете использовать в определенных условиях, вы должны проверять, насколько это законно использовать, например, в определенной стране. И вот мне кажется, этот момент очень важный. И вот я еще почему-то на сайте искал, у них нет ссылки, но я зашел на GitHub, у них есть все-таки на GitHub, собственно, их репозиторий, да, но тут минус в том, что он версии немножко отстает, потому что, как вы видите, файлы загружены достаточно давно, это версия 5.1, а там версия 5.2. Новое, оно тут немножко отстает. То есть все равно есть на GitHub, и форки есть тоже. То есть можете посмотреть. Ну, я теперь знаю, что такое форки, я теперь знаю, что такое все вот это. То есть потому что я проводил вебинар для GitHub, я не программист, и для меня это было очень интересно. Если вы не смотрели, обязательно найдите потом этот вебинар, посмотрите. Это классная система вообще. То есть GitHub позволяет вам, это вообще такая социальная сеть для программистов, то есть вы можете взять, вот скопировать этот проект, например, да, вот Martus Project, это кнопочка fork называется, то есть ответвление, и потом развивать его самостоятельно, делать с ним что угодно, там, вносить какие-то апдейты и так далее. Например, если вы сделали классную штуку, вы можете вот этот апдейт порекомендовать основному проекту, сказать, вот, ребят, я на основе вашего проекта сделал классную штуку, ну, например, вот вы сейчас увидите, я, например, вообще ненавижу тот дизайн, который они используют. Вот, и если кто-то доделает этот дизайн до лучшего, этот человек, например, программист, он может порекомендовать этот дизайн вообще в общий проект, и тогда, например, общий проект станет с другим дизайном. Это здорово. То есть с помощью как бы краудсорсинга можно сделать много чего интересного. Окей, дальше. Тут же есть, естественно, программа сложная, как кажется. Значит, есть раздел документации. Как вы видите, есть документация на русском языке. Я уже приводил ссылки. Значит, есть экспресс-справка, просто такая PDF-презентация. Есть руководство пользователя. Также вы получите руководство пользователя более полное, когда скачаете себе программу на компьютер. Там она, вот я сейчас, у меня просто открыта здесь. Я поразился, когда я открыл. Это 109 страниц. То есть понимаете, да, насколько это такая серьезная вещь. И причем там написано практически только больше о Windows.
И если так приглядитесь, то тут есть версия на испанском языке, есть, ну, естественно, на английском. Так, и это есть, да, вот руководство пользователя для Windows вы можете скачать. Тут есть прямая ссылочка. Там, в принципе, рассказывается, как это установить и скачать, ну, в смысле, скачать, установить, настроить. Так, да, и я сейчас покажу вам несколько экранов, которые у меня были при том, когда я скачал программу на свой компьютер и стал устанавливать, потому что, естественно, что я при вас это не стал бы делать, чтобы не разобраться с, ну, там, с программой, я бы тогда не смог. Сейчас просто принтскрины буду показывать, а потом перейду на то, как это выглядит на самом деле программа. Еще раз хочу заметить, что дизайн, скажем так, программы версии для Windows очень сильно отличается от дизайна для macOS. Поэтому, когда вы будете смотреть какие-то файлы, тоже обратите на это внимание. Когда вы скачиваете программу, открываете ее, независимо от того, там, это Windows или macOS, вам открывается окно, в котором говорится, что вам нужно либо войти в учетную запись, либо создать эту учетную запись, как и естественно. Значит, здесь вы просто нажимаете, выбираете язык и нажимаете клик здесь, если вы хотите создать. После того, как вы это сделали, вам открывается такое окно, которое говорит о том, это, условно говоря, гайд такой настройки. Вам нужно пройти его, вот, просто вы должны создать аккаунт, настроить сервер, контакты, если они какие-то у вас уже есть, импортировать темплейты это будущих документов и потом сделать бэкап вашего ключа безопасности. Значит, выглядит это вот так, когда вы создаете аккаунт, в окошко выглядит так. Еще раз, если вам не видно, вы можете тут вот слева есть такая кнопочка приближения удаления. Вот, у меня что-то все потерялось, да. Вы потом это пройдете, то есть еще раз, на Windows это может отличаться, но суть другая, в смысле суть одна, то есть вы просто придумаете логин, пароль и имя, которое вы будете использовать внутри, собственно, этой базы, потому что разные люди, условно говоря, там, активисты или журналисты, которые работают, да, вы как-то должны друг друга идентифицировать, в том числе, когда там пишете какие-то документы или загружаете, и организация. Когда вы это все делаете, вот, вы можете настроить, во-первых, опять же, использование Тора. Сразу скажу, что Тор можно настроить и потом, когда вы загружаете, уже используется программа, там есть такая кнопочка. Здесь можно показывать различные настройки отображения даты. В общем, и, по сути, это настройки то же самое, как, ну, там, в Excel, да, то есть информация о ячейке. И вот тут есть такая кнопочка «Никогда не удалять сервера», значит, тоже можно поставить потом будет. Так, здесь настройки сервера. Если вы имеете определенные настройки, вы можете сделать «Advanced Server Settings», и если нет, вы просто нажимаете кнопочку «Использовать стандартные настройки сервера», и как бы от вас ничего не будет требоваться. После этого вам нужно добавить контакты, те, которые есть. Значит, вот это называется Access Token. Во-первых, естественно, вы должны создать себе сами это. Здесь вот, опять же, не видно, но справа есть такое окошко коричневое, там есть такая ссылочка «Получить токен». Вы нажимаете на нее, и вот вам дается такой токен. Так как у меня аккаунт тестовый, я, соответственно, могу его показать. Значит, вот, по сути, все, что вам надо запомнить, потом это можно сохранить файл, да, это вот этот токен. Тут 7 цифр. Публичный ключ, вы им можете обмениваться с другими людьми, чтобы они вносили, и вы вносили друг друга в свои, как бы, контакты, чтобы обмениваться информацией. По сути, это еще раз очень сильно напоминает PGP-шифрование в почте, больше как бы ничего. Значит, когда вы вот так вот вошли, ввели Access Tokens, далее просто вам предлагается еще выбрать темплейт, такой шаблон документов, которые вы собираетесь ввести. То есть в зависимости от того, какую работу вы выполняете, какую роль вы там выполняете, какие данные вы вносите, да, вы можете сделать различный шаблон, в том числе создать собственный. То есть, например, вот есть там журналистский отчет, или там что-то еще, да, то есть здесь есть несколько темплейтов, вы их можете посмотреть, если какой-то подойдет, просто его использовать. И дальше, когда нажимаете «Продолжить», переходите вот в настройку сохранения «Backup your key», просто сохраняете себе куда-то файл, он зашифрованный, вы его обязательно должны сохранить и не забыть куда.
Потому что, как я уже сказал, если вы потеряете доступ, то вы не восстановите уже ничего, если у вас не сохранится нигде. На компьютере останется только на сервере. Вот, и все. И потом, когда вы это сделали, да, вот написано там зелененьким, опять же, мелко, что вы сохранили ваш бэкап-ки, и, собственно, это создано. И дальше нажимаете, когда продолжить, то вот открывается такое окно. И вот именно так выглядит программа для macOS. Для Windows это выглядит совершенно не так. На то, что он говорит, ссылка можно... Да, давайте я вот сейчас человеку скину ссылку, то... Кто-то пришел, да. Окей. Значит, сейчас я перейду, теперь буду демонстрировать свой экран. И потом более подробно расскажу, что тут есть вообще что. Но для начала... Ладно, давайте буду переключать все равно оттуда-сюда, чтобы если какие-то вопросы у вас будут, я бы посмотрел и отвечал. Так. Ну что, значит, да, демонстрация экрана есть. Во-первых, давайте пролистну вам вот это. Значит, это просто презентация в формате PDF, которая рассказывает, собственно, что такое Martus. И вот здесь просто очень вам советую потом прочитать. Просто история того вообще, как это возникло. И вот эта фотография, она говорит сама за себя. Вы видите, что вот так вот, собственно, архив государственной полиции в Гватемале. Вот это архивы полиции, да, за буквально там лет 10, наверное. Это вот просто огромное количество информации, которая хранится в таком виде. И вы видите, да, в каких условиях люди работают. Соответственно, под эти условия нужно как-то придумать инструмент, который бы позволял им делать свою работу лучше. Поэтому, исходя из этого, была сделана такая достаточно простая в плане дизайна программа. Ну, потому что для многих, например, привычный Windows XP, да, чтобы просто люди не перестраивались, еще это еще проще. Вот, и здесь тут много информации, тут рассказывается, там, какие некоммерческие организации используют это, в общем, такой интересный файлик. Так, и я еще хотел показать, да, в общем, когда вы скачиваете, вот нажимаете download, значит, скачивается себе версия, на компьютере, на macOS, сразу хочу сказать, там вы скачиваете как архив, но он не архивирует, не разархивируется, не автоматически устанавливается. Вам нужно это просто скопировать в папку. Это выглядит вот так. То есть вот есть папка, и вот такие вот файлы здесь есть. Собственно, программа Martus, она выглядит вот так. И здесь есть большая папка Martus Documentation. И тут есть очень много, видите, на разных языках. И самое, что интересно, есть на русском языке, как я уже сказал. User Guide, да, и вот он у меня открыт. Это 109 страниц. То есть вот при большом, там, не знаю, времени и терпении вы можете это все прочитать. Тут есть оглавление, можете найти интересные какие-то моменты. Ну, то есть реально, да, то есть вот я не знаю, когда последний раз вы читали 109 страниц? Я думаю, что никогда, наверное. И вот как вы видите, да, как это выглядит. В общем, то есть это просто база данных, которые вот, вы заносите информацию и можете с ней что-то делать. В общем, не буду вас огорчать, переключусь теперь на программу. Значит, сейчас я ее открою. Вот, загружаем Martus. Загружаем Martus, который не загружается. Так, сейчас. Интересно, почему? Почему? Вот, да. Прошу прощения. Так, сейчас она загрузилась. Ну, тут, видите, пишется, как раз я говорил о том, что последняя версия не имеет хорошего перевода. Она соответствует версии 4.4, но мы нажимаем ОК, и у нас нет выбора, потому что мы установили эту версию. Так, я ввожу здесь свой логин и пароль, который, вот, как я показывал, да, вы его создаете. Каждый раз нужно вводить, когда вы, собственно, входите в приложение. Выглядит это вот таким образом. Значит, вот честно, с моей точки зрения, вот по тому, как я сейчас вижу, как это выглядит, когда первый раз я это увидел, я бы никому не рекомендовал это использовать. Но, с другой стороны, еще раз, вот начиная понимать, для какой целевой аудитории это приложение сделано, в том числе для каких людей, которые привыкли, например, работать с документами, с таблицами, да, это, в принципе, достаточно привычно и просто, да, возможно, там в Windows еще будет привычнее. Значит,
Что здесь позволяется делать? Условно говоря, например, я выбрал шаблон для журналистов. То есть представьте себе, что журналисты делают какие-то расследования, да, и вот они, например, дела какие-то здесь заводят и публикуют. То есть, по сути, кейс – это дело, это некая папка, это папка, в которой хранятся файлы, да. Например, вот я создал папку «Первое дело» и переместил его потом, кстати, этот файл надо переместить в другое место. В общем, и создал какую-то просто информацию внес. То есть как это выглядит? Это выглядит вот так. Здесь куча-куча разных граф, в которые мы можем вводить информацию. Значит, если мы нажмем плюсик, по сути, так же и получается. То есть вы вводите здесь титул, и вот это все вот вводится вручную. Хочу обратить ваше внимание вот на это, да? Если вы хотите кому-то послать, вы можете использовать это здесь как электронную почту, потому что здесь есть from кого, это я, да? И вы, если имеете какие-то, то есть у вас есть список контактов, то вы можете отослать эту информацию прям непосредственно этому человеку, он сможет открыть. Именно непосредственно в программе. Чтобы понять, как это выглядит, сейчас я это закрою. Да, тут вот есть аккаунт и Manage Contacts. Вот, собственно, здесь позволяет вам вносить контакты. Еще раз, вам нужно только Access Token сделать или импортировать открытый код, открытый ключ из файла, да, который вам дал человек. То есть если у вас тут будет список имен, например, людей, с кем вы работаете или с других организаций, с кем вы хотите обмениваться информацией, вы можете вносить их сюда и таким образом обмениваться прямо исходя из непосредственно из этой программы, и вам не нужно будет никак переслать и по-другому. Итак, вот тут есть настройки сервера или не сервера, то есть давайте еще раз вот создадим что-нибудь, какие-нибудь данные. Вот видите, тут есть куча разных граф, вы это все вводите вручную. Тут вот в этой версии я, честно говоря, не нашел, как вводить уже файлы, которые вот, собственно, есть уже на вашем компьютере. Это очень плохо, но, видимо, в другой версии это есть. Вот есть тут самое главное – добавить вложение. Вы можете еще добавить какой-нибудь файлик. Он может быть большим, но это будет очень медленно. Наверное, максимум, значит, в документации говорится гигабайт, но я бы не советовал этого делать. Может быть, как ссылку, например, тогда возможно. Собственно, вот так это выглядит. То есть это просто некая база данных, информации о том, что, например, что-то произошло, какое-то дело. Вы можете тут, видите, интервью ноутс, записи какие-то и так далее. Вот, и как в Access вы можете производить поиск информации и так далее. Значит, когда вы нажимаете просмотр, вы все это видите. Тут можно отслеживать версии. Здесь можно делать еще анализ, это проводить, это делать отчеты. Существующий формат отчета, это тоже сложно сказать, это есть. Тут нельзя выбрать, потому что его нет. В общем, есть какие-то отчеты, есть диаграммы, есть поиск. То есть, например, когда у вас много информации, так же, как и в Access или в Excel, вы можете совершать поиск и искать по там, информации в какой-то конкретной ячейке. А также здесь есть вот настройки сервера, настройки Тора и настройки системы. Вот, то есть все это опять же настраивается, если вы как-то хотите поменять это. И настройки аккаунта, вы можете вот backup key ваш сделать, удалить аккаунт, изменить информацию об авторе, как о вас, да, еще раз, потому что это документ, считайте, да, как будто бы это документ, который вы предоставляете другому человеку, чтобы было понятно, с какой он организации, какой человек. Это может быть псевдоним, естественно. Вот, и вот эти две галочки говорят о том, что, во-первых, это проверено, потому что эта информация как бы никому не прислалась, она на моем сервере, соответственно, я это ее загрузил, и у меня есть ключ, соответственно, она проверена. И она, галочка стоит на сервере, это значит, что синхронизирован как в Dropbox с сервером. То есть я могу удалить у себя на компьютере этот файл. Скорее даже не так. Когда я вношу информацию сюда, она изначально хранится только на сервере. Чтобы ее сохранить себе на компьютер, тут есть кнопочка внизу, вот, это экспорт. Во-первых, вы можете сохранить как зашифрованный файл, различного вида, это XML, в данном случае это MBA расширение. Я его, кстати, не смог открыть у себя на компьютере ничем. Также можно сохранить как CSV, JSON и так далее.
И вот здесь вы выбираете куда, а тут экспорт нажимаете просто и все, и сохраняете. Таким образом, он у вас сохраняется на компьютере. Вот и все. И вот вы также можете импортировать записи, то есть... Сейчас я попытаюсь это сделать. Вот у меня в папке есть, например, файл вот этот, который я сделал. Вот, я его загрузил, и, видите, он как бы проверенный, потому что он от меня, там как бы код соответствует, но так как он еще не загружен на сервер, он только на моем компьютере, вот, его надо загрузить. Окей, и здесь есть кнопочка, вот эта кнопочка, она называется «Синхронизировать», и когда я на нее нажимаю, это, по сути, синхронизирует ваши файлы, которые они у вас открыты в вашей системе, с тем, что хранится у вас на сервере. И вот сейчас это должно загрузиться, и тут должно быть между крестиком галочка. Давайте подождем буквально секунду. Так, ну ничего не происходит. Интересно. Да, и тут вот видите различные версии. Я могу сохранить все, только локально, только серверно или обе. Давайте обе. Окей. Так. Видимо, я что-то не то выбрал. В общем, идея понятна, да? То есть делать это можно именно таким образом. Вот. И, собственно... Таким образом, единственный минус, что здесь это достаточно плохой дизайн, вот честно, для меня это очень тяжело выглядит, можно сделать это получше, попроще, получше, но вот здорово, что система позволяет вам загружать какую-то информацию из файлов, синхронизировать с сервером, удалять потом у себя просто и все, и обмениваться непосредственно человеком с другим внутри этой системы. То есть представьте себе, что это Google диск, вместе с почтой Google, все это защищено уже автоматически, и никто не знает, где этот сервер. И то есть сам сервер Google никак он не может оценить, что происходит. То есть он настолько безопасен, что сам не может получить доступ. Вот, вот, собственно, такая штука. Так, давайте я вернусь обратно. Ну что, есть ли какие-то вопросы? Давайте я перейду к ним. Сейчас, секунду. Так. Оп. Так. Угу. Вот. Давайте отвечу на вопрос теперь и какое-то заключение скажу. Так. Значит, начинаем с вопроса. В наших территориальных архивах не лучше выглядит хранилище. Да, согласен, у нас выглядит это тоже не лучшим образом, но вот это, так как это открытый исходный код, я очень надеюсь, что кто-то возьмет переделать дизайн. Есть ли поддержка SQL? Я не работал с базами данных, мне сложно сказать. Я вот, как вот вы видели, там поддержка JSON-файлов, CSV и XML. Если там эти базы можно импортировать каким-то образом, возможно, это да. Если нет, значит нет. Интерфейс частично ли программы на русском языке? К сожалению, он есть весь на русском языке. Во-первых, для Windows, во-вторых, для версии 4.4, а не для версии 5.1 или 5.2. То есть вот я просто установил последнюю версию, а потом хотел установить 4.4, но, в общем, у меня не получилось. То есть есть перевод для 4.4 версии. Гость спрашивает, не делает ли открытый исходный код программы более уязвимой? Ну, тут сложно, наверное, ответить однозначно, потому что и да, и нет, да, то есть, так как это, во-первых, открытый исходный код, это значит, любой программист может проверить, нет ли каких-то уязвимостей, и если есть, он может об этом написать. То есть тут самопроверяющаяся такая система, которая как бы, ну, то есть если вы используете, да, любая организация, которая использует, естественно, она как-то под себя это, ну, там, проверяет как минимум, поэтому... Тем не менее, получается, что открытый исходный код помогает именно проверять вот такие уязвимости. Какие-то еще вопросы?
В общем, после того, как я разобрался с этой программой, в том смысле, что для кого она нужна, как она работает, она выполняет простые функции, на самом деле, ничего сложного. То есть все, что вы можете делать, да, это заносить информацию в базу данных, импортировать файлы, строить на фоне этого графики. Но графики вы можете строить как бы и там, автоматически. Значит, почему это, кстати, сделано, да? Хороший вопрос. Все просто. То есть вы можете построить некие графики, исходя из данных, которые хранятся в зашифрованном виде. Вам даже не надо их скачивать. То есть представьте себе, что эти данные настолько важны, что вы можете подставить себя или организацию, когда вы рассекречиваете эти данные. Здесь же вы можете просто брать данные с сервера, и просто на ваших руках будет только график или только какой-то отчет. И это вас может обезопасить от вот связи с этими данными. Вот так. Еще какие-то вопросы есть? Давайте, пока если нет вопросов, я еще пару слайдов там есть у меня. Во-первых, очень сильно прошу вас и рекомендую всем подписаться на наш YouTube-канал, потому что мы создаем достаточно много контента, который полезен будет не только тем, кто работает в некоммерческих организациях, но и вообще все, кто пользуется интернетом. Нужно будет нажать здесь на кнопочку, и у нас уже на самом деле больше 3500, это здорово. И хочу выделить два плейлиста. В первую очередь это плейлисты записи вебинаров. Собственно, это те вебинары, вот, на которых вы сейчас присутствуете. Уже более 55 вебинаров, то есть это такие примерно часовые видео, где более подробно мы в какой-то контекст влезаем, пытаемся определить, как это работает. Вот, советую тоже посмотреть. И второй плейлист, там уже 121 видеоурок. Представьте себе, 121, это достаточно много. Это такие небольшие видео, которые рассказывают вам о том, как использовать какой-то сервис или программу, или понимание того, как вот что-то, метки, например, или там, как сделать там сайт самостоятельно. В общем, обязательно советую посмотреть. И, как я уже говорил ранее, там есть видеоурок про PGP-ключи, про шифрование, про другие программы шифрования. Просто попробуйте, посмотрите, как это будет. То есть, думаю, что полезно. Вот, и в заключение хочу сказать свою, как бы, мысль об этой программе, собственно, том, почему мы проводили этот вебинар, да. Программа Martus, она, да, она имеет плохой дизайн. Да, она может быть непонятна, там, вот, более молодому поколению, но она будет привычна людям там, среднего возраста, да, которые привыкли работать именно с данными, и она, в принципе, свою функцию выполняет. А функция одна, да, это обезопасить ваши данные, каким-то образом их собирать, искать информацию по вашим данным, да, переслать эти данные или информацию людям в засекреченном виде, чтобы никто не мог получить доступ. С этим она хорошо справляется, она достаточно быстро устанавливается, она легко весит, вам не надо ничего дополнительного, и вам даже не нужна будет почта, чтобы обмениваться информацией друг с другом. Поэтому мой вердикт, что она имеет место быть там, для некоммерческих правозащитных организаций, и, возможно, ее стоит попробовать, тем более, что есть руководство на русском языке и есть перевод программы на русском языке. Я думаю, что вот стоит попробовать. Я очень надеюсь, так как это, опять же, с открытым исходным кодом, кто-то возьмется и переделает дизайн, потому что это, конечно, честно, это ад. Вот, вот очень думаю, что кто-то это сделает. Может быть, даже, не знаю, там, задачу на IT-волонтере поставить. Может быть, кто-то возьмется это сделать. Потому что, ну, как бы, если брать программу, вот как это выглядит на macOS, да, тут вообще все очень просто. То есть, тут, не знаю, тут прям реально очень просто. Просто это, если это сделать как бы чуть получше, то это было вообще супер. Вот. Вот такой сегодня был вебинар. Надеюсь, было интересно и понятно. Вы попробуйте установить себе на компьютер и как-то повзаимодействовать. Я рекомендую вам это сделать как бы со своими коллегами на работе. Возможно, просто там 2-3 человека между собой попробуйте загрузить файлы, сделать отчеты, построить графики, отправить эту информацию друг другу. Возможно, это получится у вас, и вы потом скажете спасибо, в том числе и себе. А я говорю вам еще раз спасибо, что присоединились, и если будут какие-то вопросы, обязательно мне пишите. Пока не отключайтесь, я вам сейчас дам ссылку на анкету, которую очень рекомендую вам заполнить, и, по идее, вы можете уже скачать презентацию. Еще раз вам спасибо.